В эти минуты в Мариинском театре проходит прощание с солистом. Прощание с Владимиром Шкляровым проходит на исторической сцене Мариинки, где он танцевал много лет и добился мирового признания. Друзья и коллеги рады, что любимый Володя в последний раз появится в стенах знаменитого театра. По давней традиции, деятели культуры провожают в последний путь громкими овациями и криками «Браво!». Гроб стоит в белом фойе. Все пришедшие могут спокойно подойти и попрощаться с Владимиром. Сцена утопает в цветах и венках. Министр культуры Ольга Любимова, а также прима-балерина Большого театра Светлана Захарова прислали траурные телеграммы. Недалеко от гроба сидят родные Шклярова. 37-летняя вдова Мария Ширинкина держит в руках носовой платок, но старается не плакать. В зале играет оркестр. Проводить Владимира в последний путь пришли Алла Сигалова, Владимир Кехман, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, народный артист России Фарух Рузиматов, директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, коллеги по балетной труппе Олеся Новикова, Юрий Смекалов, Владимир Ким. Володина имя уже в истории русского балета, мирового балета, это имя несгораемо.